Ребят, всем привет! Мы в Нижнем Новгороде. Сегодня 17 декабря и первый день новогодней распродажи, которая продлится практически месяц. Поэтому видео выйдет уже завтра, 18-го, и вы сможете с пылу, с жару сбегать и потратить свои деньги. Пойдем смотреть! Новогодних позиций, как обычно, попало довольно-таки приличное количество. Рулон оберточной бумаги золотой, трехметровый, стал стоить 129 рублей вместо 199 рублей. Точно такое же серебро 129 вместо 199 рублей. Дальше безалкогольные напитки, яблоко, брусника и дыня. Ой, не дыня, груша. 199 вместо 249. Только имейте в виду, что карту и кейфэмли обязательно нужно предъявлять при покупке. Без нее, к сожалению, у вас не получится купить товар со скидкой. Дальше, подарочные бантики. Вот, кстати, адекватный ценник, это можно сделать в запас. 149 рублей, то есть 150 рублей за 6 бантиков. Это что у нас получается? 150, по 30, меньше, чем 30 рублей. Ну, адекватно. Ролл оберточной бумаги, трехметровый, 99 рублей. Но вот эта бумага тонковатая, я про нее уже постоянно говорю. Она просто рвется. Рвется, да, то есть как бы вот, ну, вот она. Прям вот дешевенькая, то есть с ней аккуратно, ее не натянуть. То есть она вот не, эластичностью не обладает. Точно такая же вот с цветочками. Тоже 99 рублей. Вот он, покажи, Дим. Ну, чтобы людей не отправлять смотреть обзор по новогодней коллекции. А то пока смотрят, ищут, вообще все разойдется. А, так, дальше смотрим. Шнуры по 149 рублей. Кстати, шнуры у Икеи хорошие. Это бумага, ребят, то есть это полностью эко. И при этом их хватает надолго. Вот это самый универсальный цвет, подходит для любой упаковки подарков. А растение георгин 399. Да, смотри, 250 рублей вместо 400 рублей, ну тоже более-менее. Вообще цветочки очень хорошие, жалко их нет вот так на выставке полноценно. Если где-нибудь найдем, я вам их обязательно покажу. А дальше Упхета чайник пресс на литр по скидке 500 рублей. А кафешки, у кого бьются постоянно колбы, логичнее взять красные. Потому что ну, она как раз подчеркнет новогоднюю тематику, заменив да? Черные на красные. На красные, тоже вариант. Надеюсь, меня будет слышно, у нас на один микрофон все работает. Мы испытываем технику новую. Даже боюсь. Ну сейчас закончу. Говорю, вот такой фонарь, скидка 70 рублей, 199 рублей вместо 269. Фактически это та же Ротера, только ну, другой формы. Конструктив, ребят, нормальный. Магнитный хвостик, держит хорошо и воздуховод хороший. Дальше, кое-что из строл. Я даже не ожидала, что они попадут в сейл, потому что строл практически нигде нет. Давай разбираться. Значит, ну, вот. Я лучше предлагаю вам стролу. На складе все обозреть. Вместо 90 80, то есть 10 тысяч скидка. Он уже очень давно, ребята, в ассортименте. На нем висит ярлык, что этот товар выходит из ассортимента, но его уже, кстати, давно выводят, никак не выведут. Он именно из кожи. В принципе, диван достойный. Тяжеленный. Очень. Это его, Дим, на пятый этаж перли. Поэтому, у кого место позволяет, диван, кровать прям вот, вот как надо. Но, опять же, это кожа. Это определенные уходы. Но у нас сейчас задача показать, что попало в распродажу, без не делая огромный обзор. Вот такой диванчик очень хороший, мордаль, 40 тысяч, но он, ну, фактически, да, то есть как бы он двухместка, раскладывается, но вдвоем спать тесно. То есть это односпальная кровать, по факту, широкая получится. А дальше Гесберг, точно такой же. Не знаю, видно у тебя на такую? Ну, поближе. А Гесберг трехместный, ну, по факту, конечно, на две попы он рассчитан, ну, полноценная двухспалка получается, вместо 56, 50, то есть 6 тысяч скидка. Только на... Нет, на оба, и на белый, и на черный. Пойдем дальше. Из этой же линейки кресло, но кресло уже не кровать, то есть просто кресло. 21 500 вместо 25. Что получается? 3 500 скидка. Как раз на доставку за те же деньги. Мятный столик Квинсбро, в принципе, адекватная цена, 1600 вместо 2300.
и цвет красивый. Это не особо давно появившаяся новинка. Я, честно, люблю эти столы. Они лаконичные. Они не просто занимают место, они еще и функциональные. Поэтому у кого по цветовой гамме подходит, берите. Ценник на самом деле адекватный. Дешевле не найти. Столешка сама может использоваться как поднос. Очень крепко. Здесь хорошие железные прутья. И плюс один, один из плюсов к Крисбро, он не облазит. То есть нет вот этого слезшего покрытия. Столик лак с зеленым полем 699 рублей. Фактически это такой же белый столик лак, только покрыт зеленым полем. Если нужно куда-то, да, в игровые зоны, ну хотя сейчас это уже не актуально, но по крайней мере это, может быть, какие-то детские учреждения, логичнее взять зеленый, сделать, да, как надо, поле это использовать, чем, например, белый перекрашивать. Скидка 300 рублей, ну, 30%. Так, пойдем дальше сразу, не выключая камеру, а с кресла по скидке кресла. На диваны скидки нет, только на кресло. Вместо 17 будут 15, 2000 рублей. Про Аскесту мы уже рассказывали, по нему есть полноценный обзор, можете зайти посмотреть перед покупкой, если, ну, не трогали, не щупали, не смотрели. Так, пойдем дальше по отделу кресел. В линейке Калакс тоже скидки. Я, конечно, рассчитывала, что на стеллаже будет, но, увы. Ставка с дверцы с мелованной поверхностью вместо 1300 рублей. И кошкин домик вместо 2800 2200. Вот он, кошкин дом. Он прям полноценный, ребят. То есть его можно использовать не как ставку, а даже как отдельную, да, поверхность. Материал точно такой же, как в Калаксе. Либо, если надо, вставляете прям кисеньки туда. Дверца Калакс, ставка с дверкой глянцевая, 1000 вместо 1500. Обычно, ребят, белый стоит 800. Честно, вот здесь более белый оттенок, холодный, глянец уходит немножко в молоко, в серинку. Поэтому, кто ищет, да, такие вот более кипенные оттенки белые, то, соответственно, вам подойдет не глянец ни в коем случае, потому что он другого цвета. Ребят, я в шоке. Мальчо вместо 40 34. Мальшо, а я Мальшо его называю. А, я люблю перевирать. А вы следите. Значит, обзор полноценный есть. Кстати, а мы такой снимали? Да. Да, снимали, я его открывала, показывала. И вот такая тумба под ТВ, 27 вместо 30. Кто страдал, что поднялись ценники, пожалуйста, есть возможность купить Мальшо дешевле. Обзор тоже на канале есть, заходите, смотрите. Ну, честно, смешная скидка, даже стыдно, 800 рублей, и, скорее всего, она прячется где-то в дверях. То есть, вот, если, например, покупать готовую комбинацию, будет на 800 рублей дешевле. Но вот по факту смотрю, то есть тумба, базовая цена, сейчас дойдем, мне кажется, что вот скидка именно на вот эти дверки сами, потому что остальное все без скидки. Шкаф-витрина Фабрикор, 7500 вместо 13. Ребят, ну здесь уже более-менее приличная скидка. Мы про эти витрины уже как-то в одной из новинок просто мимо проходили, рассказывали. Они приличные. И их, кстати, очень любят брать клиники. То есть это все по стилю. При этом смотрится не совсем медоборудование, более легкое, более воздушное. Пойдем сразу в мою любимую серию. Серия Свальнес, бамбуковая. Девочки, это мечта каждой. То есть здесь с ноутбуком можно посидеть. И мейк сделать, и всю красоту расставить. 3000 скидка, вот на что? На что не сказано. Вот, но на какой-то из элементов, если найдем, мы скажем. То есть вот это имейте в виду. Когда вот так на комби, это значит, какой-то из элементов идет по сейлу, остальные все по базовой цене. Потому что у IKEA не бывает такое, что купи комбинацию, получи скидку. Ну, как я тебе и говорила, скидка на двери. 400 рублей. Отсюда была скидка на... То есть, кто хочет, кто давно ловил вот такие синие под ткань фасады. Ну, единственное, что только с каркасами пока туговато. Ну, как обычно, все ловить. Я параллельно новинки уже смотрю. Вот на этого товарища скидки не было ни отразясь, да? На чтобы Best to Burst была со скидкой, ребят, это ценник примерно 15-го года. Кто давно хотел, welcome, есть возможность сейчас сэкономить. Это на самом деле очень классная тумба, она в глянце, и глянец именно не такой вот мутноватый, как у Калакса, а хорошее покрытие. Мы, кстати, ее никогда, мне кажется, полноценно даже обзор по ней не снимали.
Здесь все достойное, на хороших выдвижных механизмах, продумано. Здесь не ящики, здесь именно откидные дверочки. А вот здесь два больших ящика. В отделе столов и стульев скидка на опору для стола, такого ярко-голубого цвета, 200 рублей. Но это будет хорошо сочетаться либо с мамутом, либо со стовой, то есть такой прям вот детский-детский цвет. И вот на такую опору тоже неплохая скидка. Получается, рейс 150 рублей. Но имейте в виду, что не очень большой разгон, под нее много места надо. То есть стол у вас становится сразу гораздо шире и массивнее. Это имейте в виду. Так, пойдем, вот еще. Регулирующаяся ножка Гертон. Ну-ка, где ты? Вот она, да, смотри, ну такая она массивная, одна из самых массивных ног. Вот сравни Олаф, тоненькая, да, ножка, и вот Гертон. Гертон прям такой достойный. Единственное, понятно, за лапы остаются, потому что хромированная. 300 рублей скидка. И, кстати, лайфхак хотите? Покажи вот стол Лимон. Столов Поль пока нет с растущим подстольем. Что мешает взять столешницу Лимон, к нему ножки регулирующиеся по высоте будут те же деньги, но и при этом у вас... Есть стол, потому что с полями все глухо, как в танке. Вот для детенышек. Да, но полей сейчас нет, вот этих детских. Угу. Вот альтернатива полю фактически. Пойдем сразу в стулья. Кулаберг подешевел на 1000, но только в красном цвете. Ну, хотя бы что-то. Береза и красного цвета сидушка. Ой, это основание. Как-то он коряво здесь собран, либо уже расшатал. Слишком высоко выдвинуто, выкручено. А, у него ноги нет. Поэтому он прыгает. Пойдем дальше. Комбинация из столешки Климпен и ножек Альварен. Даже у меня иногда язык ломается на икеевских названиях. Скидка на столешницу получается 1000 рублей. Размер 120 на 160. Больно-то ничем не порадовали в школьно-рабочей серии, ну. Да. Так, табурет. Вот это, кстати, неплохая. Ну, тоже скидка такая-то. Вы знаете, пока еще нет распродажи. Ну, сделали. Что-то сделали. 2600 вместо 3000. Получается 400 рублей. Это табурет Нильс Эрик. Его, в принципе, берут и на ресепшн. То есть он позволяет именно угол наклона приподняться слегка, при этом стул на месте. Поэтому кто ловил, welcome. Единственное, мне покрытие у него не очень нравится, оно прям липучее. Это тайваньская ограниченная коллекция. 79 рублей вместо 200. Чехол для ноутбука Саманклопа. Ну, то есть это икеевская синяя сумка, по факту, ну, да? Я бы не стал свой ноутбук сюда запинуть. Нет. Очень дешевый материал. Страшно. Есть только для каких-то других целей, как в качестве, не знаю, какой-то дорожной косметики. Кстати, она же непромокаемая. Вот для документов, для перевозки, если вы переживаете, что в чемодане чем-то прольется, ее можно взять, потому что формат А4. А знаю, из духовок попала в сейл, но как-то странно. Здесь 25-26, а здесь 30. Анрета. В общем, ребят, можно даже пободаться на кассе. Если вам скажут, что стоит столько, фотографируйте ценник, вам будут продавать вот за эту цену. Имейте это в виду. Давай разбираться. 5 лет гарантии, значит, это Whirlpool, 71 литр объема. Блокировка от детей, телескопические направляющие, цифровой таймер, цифровой дисплей. Отсутствует сенсор, термощуп. Предустановочная программа приготовления отсутствует, пиролитическая очистка, приготовление на пару, предварительный прогрев. Но есть разморозка, есть поддержание тепла, кондитерка, хлеб, пицца, гриль, конвекция и верхний и нижний прогрев. Вот они, два противня плюс решетка.
не пойму, съемный полностью он или нет, для... Нет, крепко закреплен. Потому что есть же направляющие, которые снимаются, можно в микро в посудомойке мыть. Так, объем 71 литр, ну и размеры стандартные. Пошли дальше. Стеклокерамика, домино, только почему-то их две их выставили, хотя по факту это одна и та же. Место 13, стоит 10, 3000 скидка. Но вот мы пока жили, да, с тобой в этом, в Анапе, мы готовили на... На это кое-что. Ну, потом, да. Нет, мы на индукции готовили. А это стеклокерамика, это отличие есть. Я имею в виду, что на две комфорки, ну, не знаю, мне маловато было. А для меня была сковородка кривая. Да, вот, кому что было. Пойдем. Индукция вместо 22-20, ну, 2000 на 3 комфорочки. Уже зашорканное все. Так. Еще одна индукция уже на 4 комфорочки. 23 вместо 27, уже 4000 скидка. Интересней. Смотри-ка, финторповские сушилки по скидке. Сейчас вон там их покажем. Пойдем. Не здесь, в это, в куче. Но да, недавно скидки не было. Маленькие пакетики из Тат, которые были по 69 рублей, за 25 штук стали, стоят 49 рублей. Они прям крохотулечки. Если мне не изменяет память, они на 0,1-0,3 литра. Орешки, маленький бутербродик, какие-то мелкие лего, пазлы. В общем, только вот для таких целей. А так, смотрите, коробки Рисотор вместо 600 рублей 400. Ребят, корзинки классные. То есть фактически это можно использовать куда угодно. Выставочника жалко нет. У нас такая белая. Дим, сколько? Года 3 ей, да, уже? Она стоит на кухне на подоконнике круглый год. Раньше фрукты лежат, сейчас всякий хлам туда дети складывают. Она не ржавеет и не гниет, ребят. Поэтому износ стойкий очень. То есть ценник адекватный. Ее даже можно взять для места упаковки под новогодний подарок, наложить сюда всяких полезностей и подарить. То есть это более приятно, чем, например, там, на упаковку, на бумажные деньги тратить, которые потом выкинется. Так, пойдем туда на стеночку. Вот она, сушилка Финтор, про которую мы говорили там буквально пару минут назад, в черном цвете. Обзор снимали недавно, не особо давно, в Икее Краснодар. Ребят, нормальная, адекватная сушилка, и за 700 рублей она мне нравится больше, чем за 1000. Дим, ну я как и предполагала, как обычно, да, распродажа нас рассудит, эти банки снова попали в сейл, хотя в прошлом году что-то мы в районе их 100 рублей даже покупали на теплом стане, когда там бешеная распродажа была. Ну посмотрим, как будут продаваться, возможно, еще на них ценник скинут. Так, стандартно уже, каждую распродажу этот коврик в ящик, его очень легко резать. Он не дает скользить и, соответственно, защищать поверхность. Ну, кому актуально, да, то есть проще вытряхнуть коврик, чем там вытаскивать, вымывать ящик. Скидка 50 рублей, ну, такая номинальная. Вот корзинка, про которую я говорила сейчас, вот она. Кстати, нереальная идея, как упаковку, допустим, если подарок на целую семью дарить, да, вот в такой корзинке всякие вкусности сибирского наложить, будет красиво. Стулья Отгер в зеленом цвете, я их очень люблю, это переработанный пластик, это вторая жизнь, это уже защита, да, нашей природы. Цена 4500, опять же, да, за 4500 они мне гораздо больше нравятся, чем за 6. Они мне, в принципе, за 6 нравились. Они довольно-таки устойчивые, массивные, износостойкие. Дальше. Свен Бертиль Брур Инге, то есть это комплект. Ноги отдельно, сидушка отдельно. Вот сейчас пытаюсь выяснить, на что скидка. Судя по всему, Дим, скидка на верхушку. Потому что низушки, независимо от цвета, стоят одинаково. А здесь именно в одинаковом цвете показана комплектация по скидке. Слушай, просто что в посуде народу много, давай часть снимем здесь. Так, погнали. Значит, салфетница, который год в распродажу. 80 рублей вместо 100. Ну, я про это уже говорила, когда в Краснодаре снимали. Красного цвета салфетки Fantastix 139 вместо 169. Ну, знаете, ребят, для меня это такие, знаете, ну, мелкие скидки, смысла. Хотя каждый сам решает, ладно. А дальше салфетка под прибор 69 вместо 99 рублей с дедушкой. Потом вот такой искусственный венок 499 рублей вместо 799 рублей.
Вино, кстати, приличное. Вот кому плести заморачиваться не хочется, можно вполне взять, и его хватит очень надолго. А дальше скатерть. Мы их уже показывали, эти скатерти. Я вам их оценила не сильно гуд, потому что вот, ну, прям ткань такая не очень. Сама плотность нормальная, рисунок вот напоминает реально старый родительский матрас в советах. 800 рублей вместо 1200. Дальше вот эти вот гончарного производства изделия попали в сейл. Мисочки, которая стоила 500 рублей, она стала стоить 150, которая, да, 150 вместо 500, и которая стоила 400, стала стоить 200. Как-то нелогично, да, за побольше дешевле. Не, вот ей не купишь. И тарелка стоила 1000, стала стоить 500. То есть получается 50% скидка. Про эти тарелки я уже говорила. То есть вот это именно ассоциация и внешний вид ручной работы очень подкупает. Единственное, по хрупкости. Очень много людей писало, что они такие вот бьющиеся. Но опять же, как эксплуатируют. Кстати, вот скатерть пошире. Как тебе? Можно. Можно, не знаю, мне не нравится. Саман Копла, 120 на 60, я про него вам уже говорила, стол путевый, на колесах, еще и по скидке, поэтому кому актуально, цапайте здесь сейчас. Мне вот он очень на кухню хочется его поставить, он узкий, Дим, и на колесиках, его в случае даже таскать не надо, можно просто переместить туда, куда нужно. Давай, Дим, надо подумать, настоятельно рекомендую подумать. Дальше, смотрите, в сейл попали вот такие очень классные подушки. Скидка 100 рублей. Подушка называется Sunnea, красная, либо зеленая. 36 диаметр, 2,5 толщина. Ребят, в чем фишка этих подушек? Дим, пойдем поближе. Ткань наподобие рогожи, очень плотная, хорошо по износу стойкости. Плюс хороший слой пенополиуретана и вот эти такие тормоза. Не скользяшки. Не скользяшки, да. То есть, торсадами слой. Это как на детских носочках, стопорки я их называю. То есть вот это вот прям путевые подушки, честно, ребят. То есть вот это стоит брать. Они и за полную цену нормальные, а со скидкой еще лучше. Не особо давно появившийся продажи стол Nordwiki, ну, относительно, скажем так, с одной откидной полкой, вместо 9 стоит 7, 2000. Размер 74, либо 104 на 74. То есть это на маленькую кухню. При этом есть возможность немножко увеличить, когда не хватает места. Вестанби Вестано. Как заклинание. Вестанби Вестано. А вместо 20 18 500. 1500. Стол реально, ребят, классный. У нас, если бы кухня позволяла, я бы такой взяла. Мне он очень нравится. Столешка отдельно, подстолье отдельно. Соответственно, на какую-то часть скидка. На какую непонятно, потому что нигде больше ценник не расписан. Так, пойдем дальше. Еще имейте в виду, Икея очень часто некоторые позиции вот так прячет. То ли это забыли поменять ценник с прошлого, с Family, то ли еще не повесили желтый. Но имейте это в виду. То есть, если вы такое видите, а ценника, например, ценник на кассе вам пробивается полный, вы имеете полное право по цене, которая на этикетке, забрать товар. Поехали. Альста. 500 рублей скидка. Стул металлический. С неплохой подушкой. Единственное, что мне не нравится, подушка несъемная, постирать, почистить невозможно, только если вот, ну, там, химчистку специально вызывать и так далее. Поэтому, когда ткань растянется, она будет не особо опрятная. Ткань уже видно, то есть вот даже на выставочнике, что она будет ездить, потому что она не сильно плотная. Так, Дим, ну в стульях вроде все. А, сори. Да, и барный стул. Что-то я рано решила убежать. Так, значит, Вокслёв. Из бамбука. Тоже классный стол. Чем классный? Бамбук один из самых износостойких материалов. И если вы не хотите заморачиваться с уходом, бамбук вам в помощь, но здоровый. 180 на 90 – это прям огромный стол. 15 вместо 19, то есть 4000 скидка. Он полностью, Дим, он весь из бамбука. Он в основном на склейках идет. Шурупы только вот здесь, в основании, вот в этой части прячутся. Да сможешь залезть с этой камерой?
стул стик, любимый стул всех наращивателей ресниц, бровей и так далее, бровистов в основном, 1000 рублей вместо 1300. Единственное, конечно, со временем он начинает прогибаться, и, ну, ребят, ценник такой, что можно себе его позволить, не 11 тысяч. Ну, это, в общем, берут в основном в студии красоты, и что сейчас хорошо стало, вот эта частичка прям плотненькая. Одно время она была такая очень мягкая и быстро приходила в негодность. Вот это вот мне нравится. На один из самых дорогих матрасов у IKEA скидос. 90 на 2 вместо 32 стоит 25. Дим, по картинке. Смотрите, большая обвязка, жесткость дополнительная, хороший виток пружины, латексная пена. Пружина карманного типа, 218 штук на квадратный метр. Ну, матрас на деле путевый. Ценник просто у него был до этого не путевый. Вот он в разрезе. Смотри, он даже этот выставочник тяжелый. Кокосовая плита, латекс, дополнительная металлическая стяжка с двух сторон. Ну, матрас, как обычно, да, односторонний. Но, Дим, кто-то умудряется вот на этой стороне спать. Ребята, ну не получится. Здесь жестко, здесь прямо этот кокос чувствуется. Нет, спать надо вот на этой стороне, на латексной. Но скидочка, друзья мои, только на 90 сантиметров. Ну, очень толстый. Он высокий, и в односпалку он не особо. Так, тот был очень жесткий, а это просто жесткий. Разница в плотности, разница в количестве... Нет, пружин количество одинаковое. В плотности слоя латексной пены, это 23 вместо 30. Это, наверное, одна из самых больших скидок, да, которая на текущий момент попалась. На кровати скидок нет вообще. Ни на одну. Но это, ребята, уже не интересно, потому что Брюгге каждый раз попадает либо в фэмили, либо в распродажу. Такое ощущение, что IKEA хочет от нее избавиться, но никак не может. Потому что либо тогда на нее ценник бы сделали поменьше. Так-то интересная линейка, ну, ее не сильно с ней разогнаться, к ней либо белая в микс, если черная, то она будет очень темная, поэтому она так вот специфичная, и сразу скажу, сильно популярность она не пользуется. Напольная вешалка на Кебе, 1000 рублей, целых скидка, а в красном цвете, по-моему, я видела в зеленом, но, по-моему, нет, в зеленом она есть, но, по-моему, зеленый без скидки, да. Зеленая 3500, а красная была 4000, но она более широкая, зеленая покомпактнее, поуже здесь. Вешалка и плюс к ней дополнительный хвост, на который тоже можно вешать. В комодах скидок тоже нет, но, девочки, кто долго ждал... Бежите, бежите. Бежите, бежите, вместе со мной быстро бежите. Это рефлекс или как, когда вижу зеркало? Да. А бежать надо вот сюда, к столику Хэмнесс. Стоит вместо 15 12, 3000. В общем, кто давно хотел в подарок... Дим, классный. У тебя в машине зеркало. Ну да, у меня вместо шубы машина, а вместо зеркала тоже машина. Ну так выглядит, чем шуба. Молчу. Так. По-моему, это седаль. Пойдем туда сразу в двери. А. Апофеоз икеевских скидок. А нет, перкла, смотри-ка. Так интересно, ее недавно она недавно подорожала до 200 рублей. А потом ее скинули в сейл по 119. Но вообще сумки классные, я про них всегда говорю. У нас ничего только не хранится. Мы на дикий отдых в Крым и в Анапу ездили с ними. Они мало занимают места, то есть мы их вместо чемоданчиков используем. Плюс все подряд не хранится. Идеально для порядка. Да, идеально для порядка. Пойдем искать, какие двери по скидке. Талант, говорит, не пропьешь. И опыт тоже. Значит, классическая дверь Тиседаль для 2.36 пакс, 1000 рублей скидка. Ребята, это нормально. На Тиседаль последний раз скидки были года 3 назад. И Тиседаль со стеклом тоже 1000 скидка. Ну, зеркалом, зеркальный Тиседаль. Кстати, давай покажем, на что снимаем. Давай. Вот на эту пепельку. Ребята, это нечто. Я даже боюсь, я не знаю, Привет. Я не знаю, что нас ждет там. Пойдем еще сюда. Дальше, смотри. Значит, тоже в сейл попали из матового стекла панели New Kirchen. Прям как это. Kitchen Kirchen.
немецкие названия. Ну, во-первых, просвечивать будет. То есть имейте в виду, здесь близко вещи не положите. Ну, кому-то нравятся такие вещи, потому что, ну, довольно-таки распространенно скажу, все-таки их покупают. А, наконец-то бамбук решили уценить. Двухсторонний бамбук. С одной стороны, коричневый должен быть, с другой бежевый. Место, ну, в общем, здесь полторы и здесь 1500. Поэтому, кто давно хотел обновить ПАКС и сделать какие-то экстравагантные двери. Угу. У вас выражение лица вместе с камерой одинаковые. Да, вот такие два. А, так, значит, грудничковый комплект, который распродают уже второй год. Вот они, вишенки. Обычный тонкий хлопок, 104 нитки, орнамент бусинка, 300 рублей вместо 500. Маленькая упаковочка, ну, возможно, прикупить на подарок, если у вас кто-то в ближайшее время собирается обзаводиться потомством. Вот на этот комплект очень хорошая скидка. Здесь хлопок с лиоцельной нитью. 60 хлопок, 40 лиоцел. Это троечка сразу идет. Здесь идет наволочка на стандартную детскую кроватку, пододеяльничек и простынка. Простынка в цветочек, постелька вот сама по цвету. Ну, лиоцел — это всегда это гладко, это всегда нежно. И вот простынка сама. Так, дальше. Мобиль разноцветный. 350, ну, 650 рублей скидка. Мобили классные, у нас Алена пользовалась. То есть здесь есть что помять. Шуршалок нет, то есть она рассчитана все-таки, что он будет висеть. Но мобиль, я считаю, вообще всегда говорю, у Икеи вполне достойные игрушки. Так, это кто? Полоклен белый. Скидка 150 рублей. Где бы его найти? Полоклен белый. А вот наверху нет. Да-да-да, вот он, смотри, какая красота. Вместо балдахина можно такую штуковину повесить, чтобы поменьше полисборник был. Ну, я противник, просто красиво. Так, халаты. Аленке можно вот такую взять. 1500 вместо 2. Это на рост 134-146. Ну, они не широкие. То есть рассчитываете, да, по пузанчатости. Полноценный двухсторонний махра. И маленький, 116 на 128. 1200 вместо 1500. Они на клепочках. И капюшон у них, ребят, тоже съемный, тоже отсыпается. Висят выставочники, если пришли с ребенком, можно еще и померить. А дальше, мусли, полотенчики, редхаки. Они у нас из хлопка, комплект из 3 штучек. Ну, это, Дима смотрит, господи, зачем эта тряпочка нужна, да? И это Дима сопли, слюни подтирать в поликлинику, в колясочку ложить. Ой, смотри, калаксы новенькие. Сейчас будем снимать новинки, когда покажут. Смотри, какие цвета красивые. Так, дальше. А, Стува. Но это вот тот же модуль, который мы показывали. На него скидка. Получается, только на верхулечку скидка. Полок можете доставить сколько угодно. Соответственно, тогда тоже... А такой же, только полка дополнительно поставлена. Каркас Стува. Тоже со скидкой пытаюсь понять, где 40 рублей. Солгуль, полка, вместо 1500. Обратите внимание, девочки, кто шьет на заказ детские вещи. Это очень интересно, красиво фотографировать. То есть вы ее повесили, используете по назначению. Когда нужно сделать фотографию, вещичка у вас висит, и здесь красивый фон. То есть это адекватный ценник. Так, этот мы уже показывали. Дальше пойдем. Ну, походу, Стула все-таки будут выводить из ассортимента, потому что на всю коричневую линейку скидка. 5000 рублей скидка на шкаф. Шкаф, конечно, только для малышариков, то есть для сильно подросшего ребенка уже не особо удобно, например, для 6-летней Алены, ну, хотя, в принципе, может быть, еще и можно, да? Но для уже такого школьника лет 10 это точно не вариант, поэтому шкаф это ненадолго. Дальше. Nailik Head, зеркало. Такая вот интересная штуковина, здесь держатель для телефона. Обязательно. Да. Лоточек. Мне кажется, скоро держатель для телефона в туалете сделают. Сделают для тебя. Для всех. И зеркальце. Ты показал нормально? Ну, зайди вот сюда, не бойся. Ну, не бойся. Ну, зайди, вот оно, ты не все его показал. А дальше рыболовная сетка, Дим. Нырет. Нырет называется? Икея. ПС. Фонгст. 100 рублей. Так, на коробке в этом году скидок нема, да? Поинг детский, скидка 300 рублей. И, судя по всему... Скидка на подушку сиденья, потому что каркас как стоил 2200, так и стоит.
Значит, это скидка 300 рублей на подушку. Ну, ее чаще всего меняют, поэтому у кого уже такое есть, логично запастись. На маленький контейнер Труфаст 42.30 на 10, скидочка 30 рублей. Мелочь, ну, кому, например, обновиться, да, и надо покупать 10 контейнеров, скидочка уже будет 300 рублей. Так, а это тот же, полочку мы показывали. Пойдем по игрушкам пробежимся. Так, значит, смотрим, вот такая корзина Флютбар, скидка на нее 150 рублей. Ребят, корзина очень прочная. Это вот единственная корзина, которая у нас живет. Потому что, когда мы покупали обычные недорогие корзины детям, они разваливались за там полгода. Такой у нас корзине уже года 4, она в идеале. Алена в нее напихивает прям коленкой. Бабка-коробка. Мышка-бабка-коробка. Скидка 100 рублей. Так, и, по-моему, этот, машинка. Машинка. Ну, на машинку на складе была скидка. Сейчас найдем, если покажем. Вот на такой ростомер скидка. Вот он. До 1,5 метра. Единственное, что мы много использовали киевских наклеек. Со временем они начинают отклеиваться, поэтому либо вы их на что-то сажаете, потом долго их не снимаете, либо они просто отваливаются, вы их выкидываете. Имейте это в виду. Поверхность должна быть ровная и гладкая. Ближе к осени листочки падают. Да, ближе к осени листочки падают. Вот такие искусственные фейки с сукрулентики. 200 рублей вместо 280. Это самый маленький горшок на 9 сантиметров. Чехлы Гурли практически все в размере 50 на 50 по скидке. Беж, розовый, зеленый, охра золотая, синий, красный, черный и такой насыщенный зеленый. Вот она вся гамма. Скидка 50 рублей. Но опять же, когда мы в масштабах большего количества рассматриваем, скидка увеличивается от количества вещей. Ну, не в том плане, что вы больше купили IKEA, скидку сделали, вы сэкономили больше, если купили не 5 чехлов, например, а 10. Будет 500 рублей экономия суммарно. Дальше. Меня слышно? Подушки из ограниченной линейки Саман Копла, которую мы снимали по весне. 500 рублей. Вместо 800. Мелочь? Ну, даже не мелочь, уже нормально. И розовая тоже. 500 рублей вместо 800. 400 рублей скидка. Плечики Бумеранг. Вешалка для брюк и юбок универсальная. 59 рублей. Была 79, стала 59. 20 рублей. Здесь зажим. Здесь просто можно повесить. Так, дальше едем. Свечка красная. Феномен. Странно. Обычно они не успевают дожить до распродажи. 89 рублей вместо 120 рублей. 15 сантиметров. Поднос на ножках 699 рублей. Это одна из тех вещей, когда вы не знаете, что человеку подарить, а к нам в Сибирской вы категорически по своим тараканьим причинам не хотите. Поднос на ножках 699 рублей. В сложенном виде вот так. В разложенном вот так. Довольно-таки устойчивый. За ним можно работать. Ну, главное не перегружать, иначе друг может растянуться под тяжестью непомерного веса. А дальше Бесерго. Наконец-то стали понимать, что цвет давно уже не продается, потому что нет больших тарелок в пару. И мисочки решили уценить. 100 рублей, но тем не менее. Это что у нас получается? 250 на 4 по 50... 75? Нет, не 60 рублей. А дальше на АРВ Брелов скидка. Рестораны, кафе, магазины, имейте в виду, они у вас бьются на раз-два. В некоторых магазинах просто, когда вот этот колпак бьется, просто выкладывают, ничем не закрывая. Но он реально тяжелый, и раскококать его легко. 800 рублей вместо 1000. Дальше. Вот такая плавающая лилия. Очень классно себя зарекомендовала. Клиентки брали, у кого домашний пруд есть. Сказали, что хорошо эксплуатируется, нареканий нету, лето пережили нормально. За 150 рублей интереснее, чем за 350. Так, дальше ползем. Контейнеры Самла, синий под мрамор, 149 рублей. Вот за 149 рублей я согласна. Недолго песенка пела, да? Недолго, да. Музыка играла.
22 литра базовая цена, как у прозрачного. Поэтому кому актуально, цап-царап. Тиена, коробочка маленькая, 129 рублей вместо 200. Тоже можно взять для упаковки подарка. Сюда довольно-таки нормальное количество всяко-всячины влезет. Закрыли. То есть цвет благородный, вполне можно подарить. Большая коробина, 239 рублей вместо 369 рублей. 130 рублей экономия. Уже две ручки. Они, кстати, очень хорошо умещаются в маленький Билли 40-й. Режьте, ешьте, я не могу. Мне периодически нужно снимать маску, иначе мы будем писать 2 часа останавливаться. А, так, Сара Лена, подушка 50 на 50 с чехлом сразу. И подушка, ребят, и чехол бархатная, ткань наподобие Санелла, 500 рублей. Внутри подушка по принципу иннера, но из более плотной ткани. И сверху бархатная двухсторонняя подушка. Ну, на Санелла очень похоже. Кто давно гонялся за таким ярким орнаментом, welcome. Так, дальше пойдем постелька. Ну, раз уж здесь все это, да? Кельфрене. По плотности сейчас скажу. Ага. Так, это Лунтарф. 152 нити. Кстати, за 152 нити ценник адекватный. 500 рублей скидка на двухспалку и 300 рублей скидка на односпалку. Плотность хорошая. Ну, по расцветке смотрите сами. Лунтарф низкая, 50 на 70. Это пуховая подушка, если я не ошибаюсь. Но могу ошибаться. Да. Сейчас скажу, кто у нас здесь. Утиное перо и 10% пуха. 800 рублей. Обзор по подушкам есть. Заходите, смотрите. Разделочная доска Аплик бамбуковая. 150 рублей вместо 200. Ребят, это одна из немногих досок, которой мы пользуемся уже много лет. Я от души рекомендую эту линейку. Единственное, что периодически за ней ухаживать. Как ухаживать за досками, смотрите в обзоре, который посвящен всем разделочным доскам. Тоже моя любимка. Икея 365. Тут она мне, кстати, попала в духовку нечаянно. Ничего с ней не случилось. Она износостойкая. Единственное, вот эти металлические элементы нагрелись. Некомфортно было. Переворачивать удобно за счет тоненького, остренького, скошенного края. У меня одна вот эта лопатка, я готовлю на ней все. Так, силиконовая крышка. Клоскер. 31 сантиметр для большой сковороды, 200 вместо 350. И 179 рублей, 25 сантиметров вместо 219. И 19 сантиметров, 150 рублей вместо 180 рублей. Это еще, по-моему, меньше шенки. На пол лица. Набор из двух ножниц. 129 рублей вместо 200. Опять же, икеевские ножницы очень люблю. У нас вот таких дома в основном много. И вот таких синих. Но вот эти тоже прикуплю. Здесь резиновая ручка. Знаешь, что хорошо, Дим? Вот в этих петельках прям вот прорезиненная часть. И они в ней скользят в руке. Наборчик мини-щипчиков, кто только куда не использует, и сервировка, и просто для домашнего быта. Знаю, что несколько поваров на кухнях работают, переворачивают. Удобно. Наверное, ручки у кого-то маленькие. Яйца дрозда. 149 рублей за две штуки вместо 200 рублей. Так, дальше. Нож для авокадо не выдержал, его уценили. Не пользуется популярностью, то ли авокадо не пользуется популярностью в России. Хотя странная статистика, поначалу, когда она появилась в продаже, да, она прям дуром шла. Он пер. Пользовался просто, даже мы здорово в наличии накупили в доме. Да, но они так у нас таскаются. А теперь не нужны. Теперь никому не нужны. Ножи для авокадо, скидка 100 рублей. Кто не купил еще себе это, попробуйте хотя бы так. Так, полотенце Винтер с ручным орнаментом. Вместо 700 рублей 500 рублей. Ну, понятно, но за 700 рублей, Дим, кто купит одно полотенце? Какое бы оно клевое ни было. А вот фарточки детские уценили на 40 рублей. Причем обе модели. Что прямую на лямочках, что которые на перехлёст. В общем, оба фартука по 159 рублей. Полотенце Лактика.
Лактика. 50 на 70. Скидка 50 картины. Рублей. А? Практически картина. Да, тут видишь, как река, да, горы и поле. Да иди сюда. Чего? Меня послушали, хотя бы 3 штучки вернули в продажу, нет? Нету, просто выставочники. Подожди, ну а цена? Выставочники. Верните, пожалуйста, на жизнь домой. Жалуйся. А, на жизнь нержавейки. Скидка 100 рублей. Ну так, средненький наборчик. Вот лучше IKEA 365, либо Вердейра. Ну, эти тоже имеют, в принципе, место быть, но я, честно, их не люблю. Точить нужно постоянно, они мягкие довольно. А эталон можно? Ну, по крайней мере, в IKEA на текущий момент. Верните Димке ножичек. Мне надо завершить коллекцию. Тупенькие. В прошлом году аж по 90... В прошлом году аж по 99 рублей распродавали. 219 в этом году. Ну, как говорится, распродажа только на чита. Посмотрим, как по потребности будет. Отмечу бамбуковая один ручка. Небольшой нюанс. Угу. Народу мало. Да, народу мало. Сегодня будет день, учитывая. Нет. По статистике по прошлому году, было, когда была объявлена первая распродажа, народу очень было. Первые дни? Да. Ну да, мы тоже снимали в первый день. Смотри, они разные по цвету, имейте это в виду, не пугайтесь. На IKEA не грешите, на своих посредников тем более. Мы же всегда крайние. Конечно. Особенно мы крайние, когда просят отправить в другой регион и думают, что почта, услугу почты, либо мы оплачиваем, либо мы должны бесплатно курьера на почту отправлять. Ребят, без обид, но это мракобесие. Я даже знаю, про кого я говорю, и если этот человек слышит... Мы знаем, про тебя говорим. Да. Ну, ладно, это отдельно как-нибудь расскажу. А, значит, формочка для выпечки. Давно их не уценяли. Драмар, в чем фишка? Давай покажем. Ну, казалось бы, да, их везде, где угодно продают. В фикс-прайсах, еще в чем угодно. Она такая, знаете, как вощеная. Она уже промасленная, к ней не прилипает. И формочка хорошая, полноценная. Плюс их, ребята, много. Здесь 65 формочек. То есть за 79 рублей у вас получается 65 кексиков. То есть практически рубль формочка стоит. А вот это надо нам драть домой. Вместо 200 рублей стали 50, но их выводят из ассортимента. Тряпки на самом деле путные. Ну да. Это опять же по статистике говорю. Если за хорошую скидочку идет. Значит, ассортимент с пляжем. Да. Как мне вот эти бутылочки нравятся. Ну, не, новинки это все. Я не трогаю, я молчу. Мы снимаем распродажу. Мы ее ищем. Так, щипцы мы уже показывали. Вон уже летняя коллекция появилась. Да, у нас еще Новый год не наступил. А, уплотнители для крышек. А, ребят, тоже очень актуально. Кто пользуется большими вот этими крышками для закрывания, для заготовок, имейте в виду, то здесь получается 4 штуки за 150 рублей вместо 300. То есть уценили на 50%. Потому что это самая теряющаяся часть. А без них функция крышки уже меняется. Ну, неактуально становится. А, дальше, смотри, квадратики то же самое. То есть, что кружочки, что квадратики. Стоят одинаково. Были 300, стали 150. Поэтому, повторюсь, кто пользуется, купите, чтобы потом не прыгать, что закончились, не хватило и так далее. Слушай, ну в посуде мало. Мало. Зажопились. Кружка-протекайка. Кружка-протекайка. Есть кружка, не термокружка, есть кружка-протекайка. 200 рублей скидка. Кстати, как сейчас они? Расскажите, потому что мы больше экспериментов не ставили. Над зайчиками мы не покупали. Сноубик. Смотри, скидка 100 рублей. А для весны красиво. А можно, можно я покажу? Смотри, как красиво будет Калакс новый. Здесь падать. Дальше, вот такие бумажные салфетки, они разноцветные, то есть разные цвета, здесь и елочки, и квадратики, и фиголочки, 69 рублей вместо 100. Ну, то есть, знаешь, такое разнообразие ассортимента. Кстати, линейка Калакс, предыдущая коллекция выходит из ассортимента, поэтому прям приличная скидка, но здесь более яркие цвета, не пастель. 89 рублей тарелка, 6 штук, 99 рублей стаканы, 6 штук, миски и ложки с вилками пока
в сейл не попали. Тоже ограниченная коллекция, спорадиск, вот не особо давно снимали, пару недель назад. 119 рублей вместо 199 рублей. Тарелку показал? Так, у Плага кружки на 50 рублей подешевели. А дальше салфетки, которые подходят в эту линейку, Дофтмине на 30 рублей дешевле стали. Рисунок один в один, как у То есть, кому надо, чтобы было совсем красиво, не проспите. А, тарелка десертная медлем, поднос медлем и тарелка просто и миска медлем. Все со скидкой. Поднос, скидка 50%. У тарелки десертной 50 рублей скидка, у миски 100 рублей скидка. Ну, интереснее уже цены становятся. Вообще поднос хороший. Ой, смотри, кого-то уронили. Это, наверное, остатки коллекции Де Каррера. Угу. 1000 рублей вместо 1300. Три штучки спросил, где? Три, четыре. Да. Это выставочник. Продадут. И две. Сервировочная подставка 3 яруса. Ингринганде. 800 рублей вместо 1000. Скидка небольшая, но на самом деле она очень стильная. И когда первый раз подобные появились, их смели прям. Сейчас, конечно, не так быстро раскупают, но тем не менее. Она смотрится гораздо интересней, чем смотрится стеклянные уходы. За ней надо гораздо меньше. Так, сейчас я пробегусь здесь взглядом. На что можно здесь поохотиться? Смотри, красные. Снубик вообще по 69 рублей. Кстати, интересный цвет. Они в ходе не сильно заморочены, и их можно обрезать, имейте это в виду. А поднос Дофтмине 100 рублей скидка. Поднос Винтер. Ну, стал стоить 400 рублей вместо 500. И круглый поднос Винтер 230 вместо 300. Мои любимые птички без скидки. Так, салфетка Дофтмине 40 на 30. 20 рублей скидка. Что-то какая-то смешная немножко скидка. А это Мэри. Были какие-то салфетки светло-бежевые. Я даже... То есть что-то уже так это... Выгреб. Я даже не могу понять, что это за салфетки. Эльфрида, надо на сайте посмотреть. Это Мэри-то тоже. Так, скатерть мы вам показывали. А, смотри, Дофтмине. А, получается... 200 рублей скидка на скатерть. А, вот какие салфетки. Ну, их уже не первый год распродают, все-таки распродали. Когда по 39 рублей кинули, их разобрали. Ищите теперь этих друзей на Авито среди товарищей, которые перекупают. А, скатерть Винтер 1000. Ну, где-то я точно знаю, что она стоит 699 рублей. В каком-то из магазинов. Пишите, в каком. Кому-то повезло больше. Так, этого полосатика мы уже желтого показывали. Так, здесь все. Кто хочет встретить Новый год в синем цвете, либо обновить кухню, 99 рублей настольная дорожка вместо 250 и салфетка под прибор 59 вместо 130 рублей. Ребят, это тот же Мэрит. Прям даже давай сравним. Иди сюда. Разница есть, кроме цвета? То есть это по факту две разные линейки, ну, номинально, а наоборот сказала, а по факту это одно и то же, только разные цвета с разным названием. В принципе, как Икеюшка любит, переименовать, сделать другой артикульный номер, и уже новинка. Так, дальше. Неплохой набор кружечек From Cala. Вот они, с ручечками. Часто их берут на подарки. Ручкой. Да, с ручкой. С ручкой? С ручками. И тоже так же похоже. А, это на случай, если хейтеры начнут опять издеваться. С ручками. С ручками. Ну тебя. 4 кружки, 329 рублей, объем 210 миллилитров. На самом деле они маленькие. Ну, как говорит многоуважаемый мной Венедиктов, кому не нравится мой жаргон, welcome туда. На весь Тифен. На весь Тифен. Так, стаканы Векад.
кстати, интересно, смотри, предыдущие сейчас, да, салфетки показывали, в стилистику будет в цвет, 299 рублей вместо 549 рублей. Ребята, это адекватный ценник, получается скидка 250 рублей за 6 больших бокалов объемом 420 мл. Это очень хорошечно. Дальше смотри, вот такой Mystic Head. Мустик Хэт. Ну, люблю я название перебирать, как фамилии. Объем 30 мл, 300 мл, 30 сл, 4 стакана, 299 рублей. То есть, ну, скидка 50 рублей. Ну, такие красивые, такие кружева. А, сегодня был звонок по поводу таких стаканов. А можно купить черные? Мы разбили. Я говорю, их нет. Ну, вы придумайте что-нибудь. Ребят, как придумать стаканы? Так, дальше едем. Да. Все, и дочь что вчера сказала? Скажи про, скажи Икея. Икея тебя съест, тебя укусит, нет, укусит про Икея. Это младший ребенок у нас так постебался. О, смотри, Чармера. Кому что, под коньячок или под водочку нужен? 300 рублей, кстати, вполне. Почему даже сразу? Под водичку. Ну, он прям вот... Ну, не знаю, в общем, 300 рублей вместо 900, а Икея немножко решила, Дим, ну твои кувшины. Так и придется в профпосуде заказывать. Флимра. Фужерчики под шампанское, 210 мл, 150 рубчиков. Ну, красивенькие. Дим, давай, Дим. Не хочется. О. Пошли еще одни покажем. Свалька бокал для белого вина. 279 рублей. Многие используют под шампанское. Ну так, тут уже по желанию. 6 штук. Посуда, все. Аллилуйя. Дальше идем. Текстиль. Еще интересней. Подушка Sprengord. 400 рублей вместо 500. Кстати, прикольная подушка с чехлом. Чехол еще на пуговичках. Раньше серия такая была, шторы, постелька. Очень красиво, особенно в девочковую комнату. Что-то меня так на уютность потянуло. Наверное, надо будет что-то дома какое-то обустройство делать. Так, это мы снимали уже в другом отделе. Чехлы Эмастина. Это на маленькие подушки 40 на 40. Совсем недавно они стоили 99 рублей. Я их удорожала на 20 рублей. И потом распродажа опять пустилась с той же ценой, которая была. Цвета сейчас есть белый и один бежевый. Синих нет, коричневых нет. Чехол на подушку Кинен. Такой вот полосатик. Знаете, такое ощущение от этой камеры, как будто Дима палец вот так вот водит и на палец снимает. Вот он, этот полосатик. 149 рублей, ну, 50% скидка. Так, гурли мы уже показывали. Гурляшек показывали всех. Вот Эмастина, видите, можно еще и серенькую найти, но в наличии как бы нету. Может быть, где-то будет. А Кларафина с хвостиками, двухсторонка. С одной стороны вот такая клеточка, с другой такая. То есть розовенький, а с другой стороны зелененький. Зелененький гладенький, а розовенький вот в такую вот отстрочку. Причем строчка начинается с более узкой и идет в ширину. И кисточки. Кисточек всего 4 штуки. 400 рублей. Ну, за 400 рублей мне больше нравится, чем за 500, за 800. Я думаю, тебе тоже. Так, этих уже товарищей показывали. Эва Луиза. Двухсторонний чехольчик получается. Ну, одинаковый, короче, с обеих сторон это имела в виду. 200 рублей вместо 300. Хлопок. Ну, вот здесь его вообще не показать, Дим, только вот так. Картиночку так больше. Вот. Мне интересно, сколько мы уже снимаем? 30 гигов уже. Мама. Стерн тюльпан. 200 рублей вместо 300. Вот такой. Вот сюда вот, пожалуйста. Потому что здесь его вот, ну... Вот это минус. Ребят, Нижний Новгород. Я, конечно, понимаю, вы их намертво делаете, но их так даже не увидеть, не примерить, не посмотреть, не покрутить. Ну, тоже я и в интернете могу посмотреть, зачем мне там в магазин приезжать. Так, дальше. Юнхильд и Майлин. 300 рублей и 250 соответственно. Недешевые были чехольчики. А, кстати, Майлин вот можно показать. Можно показать. И вот это тоже можно показать. Ой, Юнхильд, смотри, какая она, как фланелька. То есть такая уже более благородная ткань. А это в перьях красивых. 40 на 60.
и с клеточками вот этим. Нет, а чехольчиков достаточно. Это показывали, да? Нет. Molar Borste. Темно-синий, разноцветный. С одной стороны темно-синий. А с другой стороны вот такой разноцветный, плюс кантик красный. Но единственное, со временем вот эта ткань, она застирывается и как бы такая подвыцвевшая. Но некоторые любят и целенаправленно ее достирывают для того, чтобы она была вот такая потертая. Дальше. Блогран 50 на 50. Его нету почему-то тут. Кто-то уже разобрал, да? Облака. Ну, может, еще откуда-нибудь выковырят. Угу. А дальше. Из той же линейки, что и постелька. 1300. Чехол на подушку. 65 на 65. Ух ты. Обращайте внимание на специальные клуба можно оформить. Вот и все. Дальше. Гульвет. Вот он. Его не вытащить оттуда. Стеганый вот такой чехол, очень объемный, хлопковый, 65 на 65, то есть это на большую подушку. Так, Гурли мы показывали. А, из этой же линейки, которую мы предыдущий с хвостами показывали, Моакайса. 500 рублей, 1000 скидка. Ну, за 1000 вообще дорого безумно. Здесь получается 4 бомбончика. С одной стороны подушка в отстрочку, а с другой стороны, ребят, розовая гладкая. Мои любимые вязаные пледы и габрита попали в распродажу белый с оттенком в молоко. Вязаный. Это для тех лентяев, как я, кто сам не хочет пряжи вырастить, напрять и связать. За 1300 можно купить. Так, да, это они, габрита. Поларвиды новые цвета появились, но это покажем потом. А, так, ингабрита еще будет голубая, но это тоже, ну, дальше туда удобнее будет. Иди сюда. А, дальше на шерстяной очень классный теплый плед. Сигбьорг, скидка, вот он. Колючий. Ну, это прям вот ретро-ретро, с кисточками. Хотя у нас дочь палантин, примерно, такого цвета сейчас купила себе, да? Новое, все хорошо забытое, старое. Ой, вот тоже классный плед, тоже шерстяной, ребят. Кавельдун. 130 на 180 пледов у Икеи больше не бывает. Это стандартный размер, то есть это не закрыть кровать, а прикрыть. Либо там на диванчик, на кресло кинуть. Очень многие просто пледы хотят использовать как покрывало. Но, ребят, не будет такого. Дальше, хлопковый плед Йоханны. Выводится из ассортимента, то есть после сейла вряд ли будет. 100% хлопок, очень тонкий, стоит 800 рублей. Двухстороночка, с одной стороны беж с черным, с другой наоборот, черный с бежевым. 800 рублей вместо 1300. Я считаю, более-менее адекватно, потому что пледик хороший выделки, хорошей плотности. Кто что смотрит? Я новинки. Дим, иди сюда. А, так, смотрите, ингибрита вся, получается, попала в сейл. И белый, и красный, и голубой. А это никакой. 1300 вместо 1700. А еще розовый. Что? Ну, я вот, честно говоря, здесь я не вижу. Вот он розовый, он такой вот нежно-нежно розовый, пастелька. Ну, хорошо себя по эксплуатационным качествам показал, честно, потому что сколько мы их не привозили, клиенты довольные. Так, ингибрита красный. А, вот еще пледик тоже. Хорошая скидка, это куда-нибудь в детскую. Что-то на отечественное такое. Да, ну, мягенький. А, получается 700 рублей скидка, 74 хлопка и 26 искусственного шелка вискозно. Очень нежный. Прям вот в девочковую комнату, на кроватку, либо на диванчик, очень такой прям классненький. Так, а декарера, смотри, 1800, 2300 стоило, стал стоить 1800. Он односторонний, вспоминаем обзор по декарере, кто не помнит, бежим смотреть. Вот он, как паласик, да, с окантовочками. Здесь серый орнамент, ну, здесь именно в уникальности коллекции. Еще никак не привыкну. Что ты куда-то мне аж вот прям вот глазом смотришь не туда. Ой, вот это вот честно.
Какашка ма. Как кулька мана. Единственное, что очень удобно хранить. Ну, если вы, например, куда-то его разок возьмете летом на природу и что-то на расстелите, и за него зацепится трава, выкидывайте, вы замаетесь очищать. Мы так и не смогли, так и выкинули один такой плед. Так, ингибриты, как я говорила, голубой тоже. В общем, все цвета, все попали в сейл. Веркрокус 2000 с прихватами. Ребят, полублэкаут, то есть они будут слегка блокировать, и при этом они не смотрятся очень тяжелыми. Рисунок легкий. Мне вот эти шторки нравятся. То есть кто, например, хотел обновить белые шторы, вполне достойно. 1000 рублей скидка, очень хорошая. А дальше, Нерете, затемняющие гардины. Вот смотрите, мы будем снимать шторы, еще раз расскажем. Есть полный блэкаут, есть затемняющий. Вот затемняющий, хотя затемняющий такой, что вот мне вообще ничего не видно. Нет, хотя знаешь, что вижу? Я полоски света вижу. 1800 вместо 2800, такого кораллового розового цвета. Ой, вот это меня ждет сегодня. Не сегодня? Ура! Ура, я могу уехать домой, да? Так, Вилберг нету, Дьютерк нету. Хелиборг. Ребят, это фактически аналог этих... Блин, я забыла, мне стыдно. Ди, вспомни, как шторы на мы называются. Миретто. Нет, не Миретто. Такие же, точно, которые катушками делались. Стыдобище про Икея. 500 рублей скидка. Цвет светло-оливковый. Это, ребят, тоже полный блэкаут. Они полностью синтетические. Так, идите сюда еще. Это вообще прям спрятано и, походу, не для всех. Вместо 3300 1600. Лиза Брит, помнишь, которые нам нравились, бежевые? Вот их, может быть, и взял. Нам нужны новые шторы. Так, пойдем еще Хелиборг покажем. Хелиборг есть еще и красные. Марьюн? Короче, потом скажу. Я не успокоюсь, пока не вспомню. Хелиборг красно-коричневого такого цвета. Тоже 2500 вместо 3000. Вот они, Майгул. Марьюн. Смотри, Майгул со временем катышится. Эти тоже будут похожие полотно, но не так быстро. Видно? Вот она, Лиза Брит с прихватами. 1600 вместо 3300. Вот это реально, ребят, бомбовый ценник. Берите, пока они есть. Может, туда пойдет. Шторы Гульзиния. 2300. И что, желтый? А, вот они, 1800. Давай упаковку искать. Вот они. Полиэстер и лен. Льна немножко, 23%. Видно как вот здесь? Не пойдет вообще-то. Не могу передать как-то. Ну, в общем, просто констатация факта, что они со скидкой. Так, синий Лизабрит тоже по акции. Цены нет. И товара в магазине тоже нет. Ждите. Так, Хелиборг мятный тоже со скидкой. Вот о чем я говорила, как Майгул, они тоже становятся шершиками, вот этими катышками. То есть имейте это в виду, чтобы потом не было сюрпризов. Кое-что по скидке из линейки Витга, держатель, скидка 50 рублей. Ну, я не знаю, ребята, это чисто номинальные скидки, но, тем не менее, опять же, кто-то собирается, если делать гардину, собирать новую, то да. Сусло для обрезания, скидка тоже 50 рублей. Вот на такие гардинные струны скидка. Были 219, стали 149. Шторы, все, закончились. Так, рулонная штора Букстофель из натурального материала. Кто-то у нас бумага. Ткань 89%, бумага 11%. То есть тканое полотно. Так, ширина 60 на 100. Разные. 80. Метр. 140. Все. А здесь тут вот? Странно. Нету. Вот она. Все. В рулонках только одна. А ткань единственная по скидке.
Благран, вот она. Точно такая же, ну, похожая с этими чехольчиками. Кстати, Икея много голубого продает. 300 рублей метр вместо 400. Пошли в ковры. Алерслев, маленький, 57 на 120, стандартно, каждый год какой-то цвет есть в распродаже. Угу. Цена. Ой, как мне вот этот нравится. Ипскер, 4000 вместо 7. Он у нас, ребята, из шерсти. Шерсти хлопок. Такие большие петельки, пупырки. Так, очень мной любимый стоенцы, когда спрашивают, какой ковер с длинным ворсом рекомендуете, рекомендую его. 500 рублей скидка, темно-золотисто-коричневый, 80 на 150, и оттенок очень красивый. Мусор на нем особо виден не будет. Это тоже важно. Плюшевые мишки. Еще один стоенцы, только в зеленый цвет. Здесь очень темно, чтобы передать его. У стоенцы, что хорошо, переход цветовой. То есть нитка не однотонная, а они разные. И отсюда выходит такой вот ненавязчивый легкий орнамент. Саман Копла. Ну, понятно, что вся линейка, все, что осталось, все в распродаже. Коврики по 500 рублей. Рекомендуем, кто любит летние пикники. Да, коврики путевые для этих целей. А может, лучше люди обзор посмотрят по Саман Копла, мы там рассказывали. Так, маленький Логистет 60 на 90, 500 рублей вместо 800, синий-голубой бирюзовый. Логистет – это большой жирный плюс, его можно стыковать друг с другом, и получится большая поверхность. Можно я молча пройду, а ты покажешь? Его постоянно распродают. Его летом аж что-то в районе 200 рублей, что ли, распродавали. Как так можно было вот это выпустить у зима? Очень нет. Сивистет 150 вместо 180. Очень легко. Чем плюс этого коврика? Вот по этим ровным линиям всегда можно вырезать, куда вам его надо. Вот поэтому его любят и берут. Единственное, мусор, грязь вот сюда забивается, уже не вычистить. Поэтому, ну, как бы какое-то время вы просто пользуетесь, потом вы его выбрасываете. Так, пойдем пройдем по большим коврам, потому что кое-что по скидкам тоже вижу. Это мой личный релакс. Виндрум. 3500 вместо 7 или 7 вместо 9. 170 на 230 или 133 на 180. Очень длинный ворс. И после него на этом ковре козьи тропы не остаются. Ковер Семистет 6000 вместо 10. Красно-белый 2 на 2. Вот здесь стопудово будет очень тяжело чистить. То есть поверхность такая, что мусор будет постоянно застревать и будете со щеткой бегать. Статгольм, ручной работы ковер, безворсовый, шерстяной, 15 вместо 24. 2,50 на 3,50, один из самых больших ковров Икеи. Сторуб, 2 на 3, 7000 вместо 8. Мелкий тонкий ворс, ну вот здесь могут козьи тропинки немножко появляться, но при этом он легко восстанавливается. Так. Как ты ее называл? QR-код? Нет. Глумсы, ковер безворсовый, 133 на 195. 5 вместо 8. Хороший ценник, ребят. Ну, понятно, да, обратная сторона. Это обратная сторона, вот она лицевая. Он шерстяной, немножечко должен был быть, но я ошиблась. Он из 100% лиоцела, а плетение 100% джут. То есть лиоцел на джуте. Так, видим. А, идем сюда. Алерслев, помимо маленьких, еще и большие в сейле. 133 стоит 1,5, 170 стоит 2,700. И самый большой, 2 на 3, стоит 4,500 рублей скидка. Ну, мелочь, а приятно. По коврам все, идем в постель. Лангстед, 133 на 195, 2,500, зеленый. Ну, с такими цветовыми переходами. А-ля травка. А-ля травка. При этом, смотри, лангстеды легко стыкуются, о чем я говорила с маленьким. Если на сайт зайти, можно посмотреть, как вот они между собой в шахматы играют.
На матрасники Груснарв тоже попали в распродажу. В принципе, и предыдущие их собратья тоже постоянно, каждый раз в сейл попадали. 1,60 м сейчас стоит всего 1100, поэтому кому водоотталкивающие на матрасники нужны, приятно. Покупайте именно здесь сейчас. А дальше 1,40 м в сейл не попал, самый популярный размер, поэтому без сейла. Проще тогда взять 1,60 м и нормально натянуть. А, и 90 стоит 750. На 80 шириной матрас тоже он подходит, только чуть подальше края надо утянуть. Так, Кунсблома. Лиоцельный комплект, хлопок 15% лиоцела. Значит, одна спалка стоит 1300, двух спалков в сейл не попало. Белый с красной окантовкой. Хлопковый комплект, хорошей плотности, но я не знаю, я не люблю просто такие расцветки, поэтому он для меня немножечко такой странноватый. Бак Квикер. Двушка стоит 2300, однушка стоит 1500. Первоначальные цены вы видите. И подобный ему следом сразу Оланд Срот 2000 и 1300. Здесь хлопок с лиоцелом, то есть это даже подешевле, хотя по шелковистости, ну да, нет, все-таки лиоцел здесь чувствуется. И у... Снимаешь? И у Оландстрода уже еще их вот эти уши есть красивучие. Просто кто-то любит их, кто-то не любит. Так, Меликхет мы уже показывали в детской, это мы показывали. Угу. Кокстар, тонкий очень, 104 нитки, хлопковый комплект. Одна спалка 650, двух спалка 900 рублей. Ну, прям тонюсенький. Но на лето хорошо, быстро сохнет. Коксальм, хорошая плотность. Кстати, 152 нити, он прям гладкий, как будто лиоцель, но он без лиоцела на самом деле. Двушка очень выгодна, 1300 вместо 1500. Однушка 1000 стоит вместо 1300. Энкслия тоже попал в распродажу. Энкслия желтая, хлопковая постелька. 125 ниточек. Тоже прилично. 1000 и 1300. Первоначальные цены видите. Так, давай быстренько просто не наволочки пробежимся. В летнюю распродажу Пудервиву распродавали точно так же. Значит, 90 на 2 натяжная простынь желтого цвета 2300. Почему у Пудервивы такой ценник? Это лен. То есть льны вообще, в принципе, дешевыми не бывают, поэтому цена такая. Сандлупин 900 рублей, 1000 рублей вместо 1200. Здесь хлопок с лиоцелом, 65% хлопка. Все, уже заговорилась. 85 хлопка, 15 лиоцела. Ну, опять же, да, кому цветочек нравится, welcome. Так, из простыней, ребят, получается еще только Пудервива. И то не во всех размерах. Пудервива еще 1,40 м. В сейл попало. 2,800 стоит. Дима, сюда. 1,60 м без сейла. Ну, короче, простыней практически нет по скидкам. Если вот так вот коротко резюмировать, наволочки тоже все без сейла, а Пудервива желтая, ну ее, а нет, 1800, 1,50 м на 2,60 м вместо 2,300. Блин, я не знаю, конечно. Вот честно, кто Пудервивой пользуется? Вы вообще прям в восторге от нее? Расскажите, пожалуйста, потому что я не в таком вот. Видите, скоро появится в магазине. Проблемы пока с текстилем. Большая 2,800 вместо 3,300. Мы вам показывали Ултарф низкую за 800 рублей по скидке. Высокая тоже по скидке. Но на нее обязательно, ребят, наперник без наперника, вы через наволочку будете чувствовать все острые штучки. Страндмолке. Хлопковое одеяло. Каретная ткань. И что у нас внутри? Полиэстер. Прохладная. Стоит... 3 вместо 4. Так, Стенд Стар, помимо полуторки, еще двушка в сейле. Скидка 500 рублей. Угу. В общем, одна спалка мы уже показали, показываем второй раз. И еще двухспалка тоже по скидке. Двухспальная стоит 2300.
Так. Странгмолы. Мы сейчас его только что показали. Односпалку, двухспалка тоже в сейле. 3800 вместо 5. Ну, прилично. Это вот шуршащие. Где там оно? Ну, так, странгмолки. Легкая, то есть вся линейка получается странгмолки по скидке. Скидки варьируются от размера, но более-менее хотя бы на скидки похожи. Аксвероника зеленая, 180 на 2. Скидка 500 рублей. Я люблю сквиронику, особенно я люблю серые. Но серого сейчас нет от слова совсем. А нет, есть, но в другом цвете. С одной стороны у нас зеленое поле по принципу пичворка, с другой стороны полоска. Значит, одна спалка, оно считается, но оно, в принципе, кровать 1,40 м спокойно закроет. И большое 2,20 на 2,40, 2,200. Многие, знаешь, как берут для чего? Когда дети маленькие, вместо коврика на пол ползать. Оно мягкое, его постирать можно, в отличие от ковра. Подушка сколько слег? 350 рублей с сегодняшнего дня стоит, 150 рублей скидка получается на нее. Это эргоном с синтетическим наполнителем. Кому нравится, кому нет. У нас не прижилась, мы пробовали. Но мы, в принципе, свое мнение по подушкам уже говорили в позоре. Хит всех продаж Икеи – зеркало. Тренсум. Скидка 100 рублей. Мелочи приятно. Увеличивает с одной стороны классика, а с другой стороны, Дим, покажи. Шкаф для стиральной машинки Лилалген высокий, 6 тысяч вместо 7. На него давно не было скидок, поэтому кто ловил, пожалуйста. Ну, в принципе, практично. А? Баба Тоби? Надо подумать. Баба Тоби, надо тебе? У нас же главный зритель есть, который первый смотрит. У нас, кстати, мама. Первые, кто купил максимальную подписку на спонсорство, чтобы видеть предварительно все записи и общаться в чате. Так что, ребят, мы вот так. Лилалген с зеркалом. Ребят, очень хороший ценник. 2000 скидка. Маленький узенький шкафчик, ванну. Ну вот вся трихомутия. Только единственное, что фен сюда не положишь. Нет, не уместится сюда фен. Вот так только есть. Ну да. Дальше Лилалген зеркальный с двумя дверками, 3000 вместо 3500, 500 рублей скидка. Здесь мне что нравится? Полноценные зеркала. То есть дополнительно уже ничего не надо. По-моему, все. По шкафам. Дима при слове «все» подумал, что распродажа, все, и мы уходим, да? Шиш-мыши, жареная гвоздь, а Лилалген дополнительно, смотри, значит, торцевая боковушка, скидка 200 рублей, полочка это продается отдельно, маленький шкафчик Лилалген с одной дверцей 2300 вместо 3, а потом вот такой высокий шкаф, 2000 скидка, то есть это то же самое, что, ребят, мы смотрели с зеркалом, только здесь матовое стекло. Кто зеркала, например, не любит, пожалуйста, это вариант для вас. И Лилалген, нижний ярус, то же самое. Шкаф под раковину 3000 вместо 3500, и низушка, боковая секция, стоит 1500 вместо 2. Десик две. Так, и вот еще. Пойдем. Сильверон, кстати, хорошая цена. 3500 вместо 2. Ножки Сильверон 400 вместо 500. Ножек нигде поближе нету. Лилалген шкафчик под раковину 3000, а мы его сейчас показывали. И вот такой еще Лилалген. Короче, фактически на весь Лилалген скидка 2000 вместо 2500. Вот это вот интересно. Здесь и зеркало, и полочки, и штучки, чтобы что-то повесить. Плюс у Сильверона к раковине точно такой же шкафчик. Скидка аж 1500. Ну, я не знаю, какая-то смешная скидка на шторку для ванны, да? 549, 479. Так, халаты без сейла. Полотенце Вакшон. 70 рублей скидка, фиолетовая. 1,40 м на 70. Можно пол булочки завернуть. Всю булочку можно завернуть. Так, Диман. Диман, тебя продают. Стеллаж с вешалкой для полотенец. Вешалка. 1500 вместо 2.
Он полностью металлический, поэтому ванна, балконы, какие-то хранения, он выдерживает все. Дальше линейка Кинен, полотенца, двухсторонние, черно-белые, 230 вместо 350, 430 вместо 600 рублей. Ребят, полотенца, сейчас скажу, от Кедова, Мадин кто? Сейчас меня муж укусит, если я еще буду говорить страну. Китай. Пойдем. Скутран. Ну, это прям мужской такой цвет, серьезный. Маленькая, 50 на 100, 400 рублей. И большой, 70 на 100, 40, 600 рублей. 200 рублей, 100 рублей скидка. Так, здесь по полотенчикам. Все, коврик хоть есть один со скидкой? Есть. Ой, МТН, как я его люблю. А сама залезла в этот. Вот он, МТН. Прорезиненный, хорошо впитывает. Козьих троп нет, не сминается, хорошо стирается. Скидка 100 рублей. Альстрен двухсторонний. Это для тех, кто не любит толстые коврики. Тоже легко стирается, тоже скидка 100 рублей. 300 вместо 400. Бежевый небольшой полотенчик. Дальше. Воксан, держатель для туалетной бумаги. 100 рублей тоже скидка. Вот он. 399, 499 цена базовая была. Крючок Воксан, две штуки. Воксан, кстати, Воксан. Тоже все хорошо по отзывам показал. Не ржавеет. Никакой штучкой, которая в ванной происходит, не покрывается. Единственное, что мыльный налет, ну, немножко сложновато, говорят, стирать, но в зависимости от того, кто, у кого там душевая кабина, у кого ванна, тут от этого зависит. Вот вешалка четырехместная, кстати, очень бюджетно выходит. Здесь 4 фактически крючка за 400 рублей, то есть 100 рублей крючок. Чуть подешевле, чем отдельные крючки. Отдельные крючки выходят по 125 рублей за штуку. Ой, вот это тоже все продают и распродают, никак не распродадут. Мыльница пластиковая, сварчон, стоит 59 рублей. Но почему-то остальное мне это интересно. Мыльницу распродают, это нет. Тогда уж либо все, либо ничего. Так. Вешалка. Лосшон. Кстати, обалденно вот эти вешалки держатся. Круглые, вот они. Ими же можно и заменять ручки на детских шкафах. Мы как прикрепили, Алена маленькая была, так и держится. 180 рублей вместо 350. Дальше. Вот такая панель с аксессуарами, 6 предметами, плюс здесь еще песочные часы. Зубки чистить по времени. 1300 вместо 1800. То есть, в принципе, куда-то ребенку на уровне глаз можно ее пришурупить, а потом использовать для чего-то другого. Так, Юрьевич, что у нас здесь? Крючок самолепущийся, 59 рублей. Вот он. Он как прилепился, так и отлепился. 349 рублей, щетка для унитаза. Эта штука съемная, можно менять и продать отдельно. 350 рублей вместо 600 в зеленом цвете. И вся линейка зеленого цвета распродается. Вот это, Дим, надо маме обновить, а то она поколола свою. Мыльница 150 рублей. Дозатор для жидкого мыла, ребята, вообще 150 рублей, это очень дешево. Очень красиво, можно куда-то в салоны. У кого, ну, сюда для антисептик. Они же такие бархатистые, очень стильно смотрятся. И держатель для зубных щеток тоже показали. 150, в общем, они все по 150 рублей стали. Спека. Потолочный светильник 99 рублей, пластиковый. Не разобьется. 99 рублей вместо 350. Если куда-то сменить бюджет на светильники, вполне адекватный ценник. 130 рублей. Дальше. Бежим. Токабу. Вот эта вот лампа. Кстати, красивая. Если куда-то на тубочку. В белом поинтереснее. А мне фиолетовый нравится. 600 рублей вместо... Ну, не обе красивые, скажем так. А-ля Лисма. Не берут ничего. Оторскен. Лампа настольная, прозрачное стекло. Здесь, ребята, судя по виду внешнему, могу ошибаться, латунь. Сталь. И латунирование. Облака. Облако Дремсун 400 рублей стало стоить. И цветочек стал стоить тоже 400 рублей. Но при этом новые светодиодки, ребят, стали стоить аж по 1300. Вот для меня шибко большой разницы нету. С лампочкой он или без лампочки. Но за 1300 вот он мне не ужался. А вот за 400, ну более-менее. Леванг.
Здесь что-то наподобие оргстекла. Соответственно, здесь они не включены, просто стоят. А размер. Господи, где размер? Нет размера. Ну, примерно 30 на 30, вот как это в включенном виде. Еще один светильничек, он прям мягкий. И Леста. Тоже аналог облака на потолок, на потолке его нет. 200 рублей вместо 300. Немона светильник 4000, 3000 вместо 4. Это торшер. Чем мне нравится Немона, кнопку никто не отдерет и не растопчет. Из торшеров это, пожалуй, единственный друганчик, который уценили. Пойдем дальше. Кабель микро USB Лильхульт. Это микро. Дим, почему ты именно их берешь? Ну, потому что у меня вся техника на таких штукерах. И износ стоит хороший. Тот вот этот DJI у меня какая-то на Type-C. Type-C. Или Type-C. О боже мой. Иди сюда. Саманклопа. Скидка получается 400 рублей за вот эти канисточки подвесные. На самом деле они классно смотрятся. Ребят, ну что они здесь живут? Потом, я не знаю, на складе вот эти штукенции есть? Ну давай тут посмотрим. Смотри, Строла, просто когда мы снимали новогодку, ее не было. Здесь внутри гирлянда, то есть разобрать это не получится. Это вот, вот так выглядит. Скидка 200 рублей на маленький и 400 рублей на большой. Вот такая вот Строла 649 рублей. Маленькая звездочка. 649 вместо 800. Потом вот такая вот штучка очень классная. Она раньше подобная продавалась. Да, она была большая. Ну, Дим, тоже красиво на стол. 450 вместо 600. Здесь светодиодные свечки. И они выкручиваются. Как это, коробка подъедется, да? Так, что здесь? Дальше вот такая Строла. Привозили в Саранск два раза. Одна клиентка довольная, вторая вернулась со словами «Фи, возьмите вашу гадость». Чтобы мне продали. Да, 699 рублей. Еще истерику закатывала, что почему мы доставку ей не вернули. Потому что ей не понравилось, мы должны были вернуть доставку. 80 рублей. Вот. А Строла гирлянда 12 цветов, 799 рублей. Здесь такие бархатистая бумажечка и гирляндочка. Чем хороши икеевские гирлянды, они безопасные. Светит еле-еле. Как в последний раз. Дальше 849 рублей. Подвесной светильник светодиодный. Вот такой вот шарик. Наподобие... А может кружок? А может кружок. Разноцветный. Неужели? Что-то начали. Дальше, смотри, светодиодная гирлянда. Кстати, в прошлом году за ними так гонялись, да? 500 рублей вместо 600. Рекомендую для декораторов или кто там? Дизайнеров. Дизайнеров. Базу они хорошо ложат. И включают подсветку в базе. И вот еще такие сантики. Тоже 500 рублей. Они в баночках, то есть есть место, куда потом это обратно дело все, ребята, свернуть. Так, остальные гирлянды без скидки. Пошли на ту сторону тогда уж, показывать раз начали. Так, линейка Кудис в синем цвете. Вот такой вот ящик для канцелярских принадлежностей 500 рублей. Ребят, не пожалейте. Реально классный пластик. Он неушибаемый. Это переработанный пластик. То есть забота опять об экологии. При этом можно ставить друг на друга. Мало занимает места и очень хорошо эксплуатируется. На средний размер скидки нет. Есть скидка на большой ящик. Ну, не знаю, честно, куда его. Это уж слишком огромный. Стоит он 1500 вместо 1700. Только в синем цвете. Так. Ой, пойдем вот сюда просочимся. Набор коробочек Декарера стал стоить 500 рублей. Здесь три штучки в коробке. Вот их три. Три в наборе. Почем они получаются? Даже 130 рублей коробочка. Тоже можно использовать как подарочную. Кстати, идея одна есть. Наверное, уместится. Так, побежали дальше. Палера синяя, который выглядит как кожа, и кто-то отодрал хвостик комоду, почти вся по скидке. Значит, давай покажем фактуру. Нацеливай свой глаз. Это бумага. Это та же Тиена, только другой выделки. С металлическими окошечками. Значит, держатель для журналов 200 рублей вместо 400. Коробка с крышкой 300 рублей вместо 500.
Кстати, у нас сиены уже очень много лет живут, и мы вполне довольны. Хранение документов больше не надо. Ну, две позиции попали в сейл. Так, идем сюда. Вот такие набор коробочек. Тоже можно для подарков использовать. Три коробочки Lancôme за 500 рублей. То есть каждая снимается. Хотите, можно вертикально хранить, а можно раздербанить. У меня просто очень актуальна сегодня покупка коробочек для упаковки новогодних подарков, поэтому я под все, что подходит, сразу по делу применяю. Так, пойдем в ту часть. Наклейки Winter. Классические, обычные наклейки. Здесь уже поизвращались над ними. Очень удобно подписывать подарки. Я обычно покупаю пачку и хватает ее лет намного. Так, Melikhead дальше продолжают распродавать. Вот такая подставка для карандашей и рисунков. То есть рисунки сюда, сюда карандаши. 200 рублей вместо 250. 50 рублей скидка. Подкладка на стол, которую я терпеть не могу, сусик. Сначала ее еще и удорожали. Ребята, она даже 330 рублей, которая за нее просто, она не стоит. Она рвется, зараза, за ней очень тяжело ухаживать. И темнее, да, поэтому удорожал, зараза, да? Бьернум, складные крючки. Я очень надеюсь найти их здесь на выставке. Вот они, три штуки. Сейчас стоят 529 рублей. Очень удобные, не ушибаемые. У родителей висят с 15 года, то есть уже 5 лет висят. Очень удобно, когда надо крючок, когда не надо, просто планочка. Напольные в зеленом цвете тоже есть. Не обрезанные, а полноценные, которые за 4000 стало 3. То же самое, что красную мы показывали. Так, мы плавно входим в святая святых в отдел оформления. Пойдем пробежимся, посмотрим свечки. У тебя камера пишет? Пойдем посмотрим свечки. Вообще в этом году очень странно. Помнишь мой прогноз, когда я говорила по Краснодару, что эти свечи до распродажи не доживут? Дожили. Либо их в этом году изготовили гораздо больше, либо спроса нет. Год быка красный цвет не приемлет. Вот в чем дело. Икея цветовой гаммы выпухнулась. Если бы они их сделали в серебре, они бы вот так распродались. Так, вот эти фиговины каждый год в распродаже. 249 рублей за 3 штуки. Лампочек либо сдохли, либо Нихтферштейн. Подохли. Да, но горят они прям еле-еле такой. Может быть, вот. Но это еще ярко горит. Тем бледнее. Ну, подсветка тут не пойдет. Ну как, масочкой закрыть? Пошли. А, так, дальше поехали. Побольше, 199 рублей. Вот они, большиши. Кто любит такие штучки, пожалуйста, по крайней мере, по распродаже более-менее адекватный ценник. Небольшая скидочка вот на такие подсвечники. Подсвечники на самом деле классные. Они керамика и здесь, соответственно, подсвечку, как тыковка. 79 рублей. Шишки. 169 рублей вместо 299, две штучки. Но это даже больше не зажигать, а просто для декора поставить. У нас где-то даже, кстати, они, по-моему, стоят. Большая шишка, ее можно даже на подарок. Смотри, она запакована. Она без аромата. Кубиточка это, этикеточка. Скорад 9 сантиметров. 199 рублей вместо 200. Винтер 2020 без аромата, 18 штук в красных капсулах за 79 рублей вместо 129. Ну, мы выяснили, почему красное не прижилось и все дружно распродается. Смотри, феномен. Три штуки тоже в распродаже, 300 рублей. То есть 5 штук 350, 3 штуки 300 рублей. Так, вот это мои любимые подсвечнички. 199 рублей. Биогерска. Еле выговорила. Тоже на подарок можно вместо милого комплиментика подсвечник. Тоже думали, что разбегутся. 199 рублей вместо 349. А, так, дальше канделябр. Кстати, их, по-моему, разобрали. Он остался последний. Сюда свечи. Прям такой приличный канделябр. Вот такой фонарь. Так, канделябр 700 рублей вместо 1000. Фонарь со стеклянной колбой 500 рублей вместо 700. Здесь съемные. Ставим свечку. Самверка в серебре 69 рублей. Совсем недавно была новинка и уже распродают. Это то же самое, что белый. Кстати, белый смотрится более нежно, чем серебро. Так, это мы показали. Скурар, тарелка для свечи, 199 рублей. Кстати, скидка хорошая, давно их по скидкам не было. И вот такой подсвечник,
он двухсторонний, куда надо, туда перевернули, для тонкой свечки и для широкой свечки. 199 рублей, и он в кора пробкового дерева в качестве колпачка у него использована. Так, красный фонарь мы с тобой показывали. А, белый фонарь, смотри, вот такой еще фонарь по скидке, 500 рублей. Эдельхед, ну, это тяжелый, зараза. Тут, кстати, стеклянная колба, очень аккуратно сниму, прям реально тяжеленный. И вот такой фонарь берсерска, большой, вместо 1000 опять 400 рублей. Были розовые, мы их еле распродали, дуру набрали на наличие. А теперь больше таких ошибок не повторяем. Белый, но белый быстрее идут, чем розовые. И, кстати, вот эту штуку можно снимать, фонарь использовать отдельно, а их, вообще эти обе штукенцы можно разделить и использовать для украшения. Один магазин брал этим, сережки туда втыкивали. Вот такой набор подсвечников, 4 штучки. Эдельхед, тоже они двухстороночка. 200 рублей вместо 400, то есть 50% скидка фактически. На ароматические свечи скидок почти нет. Дизайнерские это красивые попал, свечи попал. Убежали. Феномен красная свечка, 15 сантиметров, 89 рублей. Так, тарелки мы показали. А плавающую штучку показали. Ой, вот это прям, это вот я хочу, это надо домой. А дальше желтая фигурка человечка, 400 рублей. Матерь Божья, ко мне мужчины в руки падают. Вот такое украшение, Сантик. 300 рублей вместо 350, он, кстати, на бумажке. Так, кое-что из цветов попало в сейл. Кстати, вот эти букетики за 200 рублей уже куда ни шло, по сравнению с 400 рублями. То есть, если три букета, то это прям вот битком набитая ваза тюльпанов. И потом не говорите мужу, что мама тюльпанов не дарит. Так, это показали. Вот такой искусственный букетик, 300 рублей вместо 450. Ну, это а-ля и зима, и весна все вместе. А, так, это мы покажем на складе, это удобней. Пойдем, еще одну вазу хотела показать. Вот такая ваза, 549 рублей, Омфонг, вместо 700, синенького цвета. А потом вот такие украшения, гирлянды, 99 рублей вместо 249 рублей. Вот 99 рублей уже куда ни шло. Поэтому если да, у кого-то запланированы какие-то мероприятия, декораторы, если вам куда-то вот это надо, 99 рублей, и ее еще и по 200 можно. Потом вот такой искусственный венок, 250 рублей, с миской георгин, вместо 500 рублей. Это прям такая осень-осень. Так. Пойдем еще кое-что. 129 рублей вместо 300, но 300 это вообще за нее мрак. Так что 129 дороговато, больно она жидкая. Так, часики кое-что тоже по скидке, ну красненькие мы уже показали. Почему я ими потрясла? Потому что это вот так в живом виде выглядит. Это вот такой... Смота, стома, как хотите называйте. Шел третий час съемок, язык был на плече. Обычные, самые бюджетные часы с тихим механизмом. Ну, 20 рублей чисто символически, чтобы по пути что-нибудь к ним еще прихватить. А IKEA PS, вот это уже интересней. Вместо 3000, ой, вот эти вообще, это мы потом в новинках покажем. Вместо 3000 2500, и мало того, что это еще и шкафчик. Не видно, не видно. Это шкафчик, ребята. С двумя полочками, железный. Так, ну, в там в зеленом цвете очень красивый оттенок, благородный. 499 рублей. У нас такие висят черные, висят уже третий год. Вообще, вот что будет часам? Когда спрашивают, а как часы эксплуатируются? Если их об стену лбом не бить, они долго эксплуатируются. Свечки. А, кое-что хотя бы из ароматики. Соленая карамель, серый. Вкусно. Вельдофт. И где попробуем? Вкусно? Поделать. Димка не любит свечки. Форнбру. 1800, 2900. Все, я туплю. Что это вообще такое? Где? А, вон она. Рама. Да рама, голова уже как рама. Значит, смотри, здесь что-то наподобие оргстекла. В середину вставляется изображение. Стоит 1800 вместо 2300. Я не знаю, за два куска оргстекла считай дорого. Ты как думаешь? Согласен. Не больше 500 рублей. Ну, что-то как-то это. Переиграли. Угу. Кто страдал по фонарикам-домикам? Дим, ты себе не купишь очередной? А у нас, по-моему, был такой, да? Да, он был такой.
Ну, сдеть куда-то его. 89 рублей вместо 300. Экономиковый фонарик. Так, давай дальше копаться. Что у нас еще по скидкам? Картины. Уважаемые покупатели, мы тут не кинем зимние продажи. Так, это мы показывали. Вот такие вот. 10 рублей целых скидка. Наша помощница будет вот такая теперь жить. 600 рублей. Вот эти мне очень нравятся, с лимонами и авокадо. 800 рублей. Триптих из трех картин. Вообще вот эта вот линейка Пьеттерит, она хорошего качества. Они хорошо натянуты и адекватные по цене. Так, дай посмотрим, что здесь тебе. Холст. Дима, если ты мне скажешь, что мы еще и карту мира покупаем. Нет, мы не берем. Слава тебе, Господи, потому что у нас практически все картины киевские есть. Они у нас стоят в тубусах. Дима их хранит. А вдруг пригодится. Так, кто-то приготовил себе елку по уценке. А дальше легендарная камера. 1000 вместо 2300. Смотрите, они сзади на основе, то есть у вас ничего не провиснет. Вот такая картина, 1000 рублей. Прикольно, так, это мы потом разберем. А магнитик 4 штуки, 99 рублей, темно-синяя капелька. 4 штуки круглых белых, 149 рублей вместо 200. Тут еще кое-что из новинок, но новинки мы расскажем потом. А, так, мы почти на финише. Набор из двух зеркал 600 рублей вместо 1000. Вот они. Можно повесить. А можно поставить. А можно поставить. Вот это. Зеркало Сонги 91 на 130. Тоже хорошая цена. 2000 скидка на него. Вообще за все время, по-моему, скидок не было ни разу. Эксплуатируется тоже неплохо. А у нас висят на автомойке, где я мою машину, висит они, оно у них уже года 4. Но опять же, ну что зеркало будет? Вот такие маленькие. Лонгестут. 800 рублей. Здесь металл. Ну и, соответственно, классическое зеркало. Темно-серое и беж. А, и вот это тоже, что ли, уценили? Боже ты мой, за 500 рублей. Ну да, ему красная цена 500 рублей. Вместо 1500. Называется Фолкья. Ну что-то их нету. Их уже, по-моему, эти фолки разобрал кто-то. Так, ну как и обещали, дошли до новогодней коллекции. Кое-что из Строл тоже попало в распродажу. Ну, такие не сильно красивые. А, значит, в этом году слабовато они. Угу. Они даже как-то жибленькие какие-то. 400 рублей 70 сантиметров. Точка и орнамент, абажур, кружево. Дальше едем. Просто рисунок. Красно-белый тоже 400 рублей. Кружево посмотрели. Красно-белое 350 рублей. Вот такой абажур 750. Вот такая бумажная оригамина 700 рублей. Но это Строл, обвешанный еще сверху. Не скажу, чем. Огромная Строла. 350 рублей белая. И вот такая Строла Ёж 750 рублей. Ну, в общем, все Стролы, которые остались, ребята, они в сейвы пустили, не стали заморачиваться. Пошли в новогоднюю коллекцию. Ребят, не самые популярные вещи, то есть базовые не попали. Вот такие стеклянных шарика, 3 штуки. Вместо 600, 400 стало. Дальше декоративный шарик, 3 штуки. Видите, их даже вот так уже нет. О, начинают уже разбирать все это дело. 400 рублей. Ну, я бы на следующий год приобрел бы это дело. Да, красиво. Если в этом году нельзя, но можно на следующий. Вот такие прищепочки, свечки. Тоже по скидке 100 рублей. Дедушки без скидки, сердечки без скидки. Вот такие ленточки. Да, здравствуйте, есть. Вот такие ленточки. Стало их здесь поменьше, 30 штучек за 49 рублей. Очень удобные хвостики, чтобы самому не резать. Потом смотри, сразу вот такой искусственный венок. Он уже... А, это они задекорировали его. Ух ты. Васёк. Нюх уже потерял. Всё, нюх потерял. Ну, когда столько времени снимаешь, уже нюх теряется сам собой. Дальше, Дим, смотри, вот такие вот стеклянные. Кстати, когда мы снимали в Краснодаре, их не было. Здесь их 3 штуки. Вот они. Триста рублей вместо 450. Вот это классно, это можно, и даже, будем, если в этом году не в стиль, можно на следующий год взять. Их два вида. Вот такой веночек. Колючий, зараза. 199 рублей вместо 350. Иголочка, как у елок, цельнолитая.
Елок, кстати, практически не осталось, только вот та маленькая, которую мы вам показывали в начале. Искусственная гирлянда, трехметровая, самшит. Говорю про них каждый год. Если они по сейлу, вы любите с такими вещами украшать дом, берите сразу. То есть это 3 метра, и можно украсить не только зимой, но и на любой праздник. То есть она такая вне времени. Так, здесь все. А, потом еще вот такие гирлянды, они очень колючие. Вот она, вот там. Трехметровая, 400 рублей вместо 800. А, венок мы показали. Финалочка для вас. Мы забыли снять это в Икее. Снимаем в кафе Гагава. Мы устали, есть пошли. Финалочка, все, спасибо, все, кто досмотрел. Не, на самом деле, ребята, распродажа, ну, не знаю, вроде бы интересные есть моменты, есть не очень, как, наверное, всегда. Поэтому, кто уже что-то успел за сегодняшний день, пока мы снимали, монтировали, купить, пишите в комментах. Я тоже себе кое-что приглядела. Клиенты уже разрывают все чаты, всем все надо, надо, надо. Независимо от того, что на некоторые вещи, ну, как бы так, да, поднята цена, потом резко опущена и стоила то же самое. Мы хотели снять еще новинки, но понимаем, что для того, чтобы выпустить этот обзор, тогда придется не спать всю ночь, и завтра мы уже не сможем снимать. Поэтому мы сейчас, наверное, кушаем, едем в гостиницу, но мы еще подумаем, может быть, еще найдем силы. Нет, 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 я иначе не успею, потому что у нас распродажа очень объемная получилась, и монтировать мне очень долго придется. Вот, поэтому все. Ждите, завтра выйдет. А давайте покажем то, что у них тут вот... Давай это во влог вставим. Да, давай. Выключение.